Проще простого зарабатывать деньги в интернете. Кэшбэк-сервис AliExpress с реальным кэшбэком от 7 до 15%. Заходи по ссылке в описании и возвращай деньги за покупки. Итак, всем привет, привет, дорогие друзья. И тут, однако, очередная новость на канале. Xiaomi Mi 6 не будет двойной камеры. Слухи о сроках анонса Xiaomi Mi 6 столь же непостоянны, как и информация о его характеристиках. С большой вероятностью мы увидим здесь Qualcomm Snapdragon 835, 4 ГБ или 6 ГБ оперативной памяти, модификации с плоским и изогнутым дисплеем, а также предустановленную систему MIUI 9. Емкость батареи не уточняется, но допускается возможность поддержки быстрой зарядки. Самым большим разочарованием для поклонников, вероятно, станет новость об отсутствии сдвоенного модуля камеры. Взамен ожидается единственная камера неизвестного разрешения. Стандартная версия Xiaomi Mi 6 с плоским дисплеем и 4 гигабайтами оперативной памяти будет стоить $290, а за модификацию с изогнутым экраном и 6 гигабайтов ЗУ придется заплатить $365. Понравилось видео? Ставь палец вверх и подписывайся на канал.